Всех приветствую. Продолжаем бродить по Петербургу, по Васильевскому острову. Продолжаем узнавать, кто жил в домах, которые находятся по нашим линиям Васильевского. Доходный дом. Дом 47 по 10-й линии Васильевского острова. Архитекторы Грейфон. Год постройки 1862-1863. Доходный дом. Архитектор Грейфон Христиан Иванович, 1862-1863 год. Данные я беру с сайта CityWalls, хороший сайт, поэтому дома немного информации. Ну вот, все, что я там написано, я зачитываю. В этом доме жил в 1123-1137 году физик Лукирский, 1894-1899 архитектор Претро. Один из самых известных петербургских архитекторов модерна. Вот все, что написано на сайте CityWalls о доме номер 47 по 10-й линии Васильевского острова. Немного данных. Ну, все, что есть. Пока-пока, до свидания.